Доброе утро. Сегодня мы рассмотрим усовершенствованную систему бестопливного генератора тока БГТ Владивосток. Вот, схема БГТ Владивосток. Итак, схема, которая пришла в голову, как говорится, вчера, то что упрощается схема. Эта схема БГТ Владивосток упрощает схему БГТ СССР-М2. Принцип тот же. Значит, идет мотор, он же генератор, совмещен. Вал. На нем маховик-колесо. Маховик-колесо на валу. Примерно объем, как у колесо, вот, у большого велосипеда. Да, такое колесо повесил. Далее идет от него выход. Плюс и минус. Этот выход идет вот сюда, видите, на батарею. Вот тут батарея. Плюс сюда и минус сюда, то есть в обход. Здесь стоят диоды. Видите, два диода. Один на плюс, один на минус. В принципе, можно ставить и один диод. Ну, чтобы, как говорится, для мало ли там что. Чтобы обратка какая-то не пошла, лучше два поставить. Оно диод недорогой. Дальше от батарейки идет инвертор. Батарейка на 12 вольт. Инвертор выдает, значит, 220 вольт. Сюда же от инвертора здесь переходники стоят. Питание вот на потребителя. Ну вот, вправо потребитель. Так. А здесь выпрямитель стоит. 16-вольтовый. 16-вольтовый выпрямитель. Значит, один конец, значит, плюс тут или минус. Ну, не важно. Минус, скорее всего. Минус идет напрямую, а плюс здесь стоит прерыватель реле. Он настроен таким образом. Значит, одна секунда включается. То есть работает одну секунду. Но перед этим, значит, включаем мы напрямую, замыкаем здесь, разгоняем колесо, а потом уже отключаем прямую подачу и переходим на реле, ну, чтобы разгон дать. И там начинается такая система. Одна секунда работ, когда уже разгонена, одна секунда. Вкл, то есть реле, контакт, значит, закрывается. Нормально открытый. И 3 секунды выкл. То есть контакт закрывается, реле щелкает, нормально закрытый. То есть в тот период, когда идет питание, одну секунду, система раскручивает, мотор-генератор раскручивает маховичное колесо. И отключается. Здесь, видите, здесь отключается система, вот тут вот реле вот этот. И питание, значит, идет уже у нас не отсюда, а идет сюда уже. Отсюда, с мотор-генератора. Питание идет, значит, 14 вольт. И заряжает вот эту батарейку в течение 3 секунд. Вот он 3 секунды заряжает. Вот. У него падают обороты за 3 секунды. И тут опять щелчок, включается второй реле. Питание пошло сюда. Здесь для этого и диоды, чтобы с батарейки не подавать сюда, когда не надо. Тогда будет разрядка, видите. Если будет здесь замкнуто,
Светодиодов здесь не поставить? Не поставить. Вот. То на батарейку будет. А здесь вот оно, значит, с батарейки оно постоянно как бы подсоединено, но в одну сторону. То есть обратно с батарейки не пойдет. Только в батарейку питание. Чтобы не садить всю систему. Ну, сегодня проверял. У меня еще нету реле. А в принципе проверял без реле, так это. Вытаскивал, как говорится, с разъема. И видно, что, значит, на инверторе батарея. Она не заряжалась, а просто. Ну, видно, что она не разряжается вообще. Вот. То есть, вот эта вот схема называется без топлива генератор топлива, вот это штука один. На этом все не кончаю. До свидания. Когда это все закончу, придет реле, посмотрим это все. Ну, там еще и вторая у меня, тоже придут реле, подключим. То есть сейчас все дело в реле. То было в батарейках, сейчас в реле. То есть до свидания, всего наилучшего.